Российское общество знания занимается просветительской работой в регионах, организацией и проведением бесплатных лекций и мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты учащихся образовательных учреждений и людей пожилого возраста. Общество знания должно существовать, наверное, во всей России, потому что общество знания – это наши корни, это знание нашей истории, это знание правды того, что происходит в мире и вокруг. В ходе мероприятия единогласным решением общего собрания председателем регионального отделения Российского общества знания избрали ректора Бурятского государственного университета Алдара Валерьевича Дамдинова. На общество знаний мы сегодня, конечно, возлагаем очень большие надежды в плане популяризации науки, знаний в целом, ну и в целом образования, конечно. Поэтому такую задачу мы сегодня для себя ставим. Кроме того, на собрании определен совет регионального отделения. В последующем создадут и наблюдательный совет, который возглавит глава республики. Общество знания будет строиться, прежде всего, с участием всех вузов Республики Бурятия. Такая договоренность со всеми ректорами есть, со всеми СУЗами. Министерство образования и науки Республики Бурятия здесь наш главный союзник в этом вопросе. В финале заседания избранный председатель вручил активистам регионального отделения членские билеты. Анастасия Брянская, Руслан Хиртуев, программа «Вместе», телеканал «Мир Байкал».